Всем привет, друзья! Добро пожаловать в каюту капитана Врунгеля. Начинаю, как обычно, с благодарности своим подписчикам, своим донатерам, кто комментирует меня, кто оставляет комментарии. Как я уже говорил, мы поспорили с сыном на тему, наберу ли я 10 тысяч подписчиков до Нового года. Я ему сказал, что, сынок, я так предполагаю, что я не наберу, потому что где-то будет там 9700, 9800. Он говорит, папка, наберешь. Короче, мы с ним поспорили. Оптимист поспорил с пессимистом. Ну, посмотрим, чем это закончится. Сегодня речь пойдет, как я обещал, про сигнальные системы. Вернее, про флаговые сигнальные системы. Анатолий, молодец. Донаты, которые шли на эту тему, в основном был основной донатер Анатолий Емельянов. Толя, спасибо огромное. Он прям продвигал тему сигнальных флагов, и вот свершилось, я снял первый ролик из серии «Сигнальные системы. История флагово-сигнальных систем различных флотов». Сегодня будет первая часть. Поехали. Начну я с мифа. Кто помнит, люди старшего возраста, советский мультик был такой, мультик «Подвиги Тесея». Так вот, там греческая легенда, миф рассказывает о чудовищном получеловеке-полубыке Минотавре, который обитал в лабиринте на острове Крит и ежегодно требовал от Афин дань из 7 юношек и 7 девушек. В конце концов, афиняне решили, что терпеть они больше не могут, и послали царского сына Тесея для того, чтобы он чудовище сразил. Перед отплытием Тесей пообещал батьке, что, возвращаясь домой, он поднимет белые паруса. И это будет знаком того, что он возвращается живым. К сожалению, тупой Тесей забыл в объятиях девушки поменять паруса. И, увидев черные паруса, батька решил, что произошло самое худшее. Эгей бросился в море, и с тех пор море называется Эгейским. Вывод. Подача неверного сигнала или неподача верного сигнала может привести к беде. Также можем вспомнить кинокомедию советскую «Бриллиантовая рука», где Геша Казадоев в исполнении Андрея Миронова машет палкой, на которой висят плавки лёлика. Я так полагаю, так выглядела первая сигнальная система у первобытных людей. Когда появились первые сигнальные системы? Я так полагаю, когда народишко стал воевать большими толпами, потребовались средства идентификации и передачи сигналов. Первыми такими средствами были различные флаги, штандарты, бунчуки, много там названий. И самыми первыми сигналами доступными были, скорее всего, сигналы огнем и дымом. Но такие сигналы были доступны только на суше. На море просто могли тупо сжечь кораблик. И так часто происходило, кстати говоря. На море также применялись флаги, вымпелы, наклоны рей вправо-влево. На дракарах и лодях, в принципе, могли применяться и щиты. Ну и на других тоже кораблях, кто со щитами плавал. Как они передавали, мы не знаем. История до нас не донесла этих данных. Правда, мы читаем у древних греческих философов. У Фукидида он описывал во время Пелопоннесской войны эпизод 431-41 года до нашей эры, он описывал действия эскадры афинских триер. Они участвовали в скоординированных маневрах. Я так понимаю, что для участия в скоординированных маневрах они использовали какую-то систему сигналов. Какую систему сигналов они использовали, ну, я вот не знаю. Правда, у Геродота мы читаем про битву при Саламине. Это 480 год до нашей эры. Там афинский полководец и государственный деятель Фемистокл, он использовал свой красный плащ как сигнал для атаки персидских кораблей. Значит, греческие корабли находились друг от дружки неподалеку, раз они видели плащ Фемистокла. Мы сегодня с вами будем говорить не о флагах, хотя тема тоже интересная, и наверняка я сделаю отдельную передачу, отдельное видео, посвященное флагам, потому что тоже тема очень обширная, очень
интересное. У меня есть уникальные материалы, касающиеся истории флагов, поэтому будет отдельное видео, посвященное истории флагов. Сегодня мы будем говорить про флаговые сигнальные системы. Самый ранний морской флаговый код был применен в 9 веке византийским императором Львом VI. Он ввел в своем флоте правило поднимать в тактических целях на судах штандарты, ну или знамена. Они сигнализировали другим судам, вступает ли судно в бой, уходит ли оно от врага, участвует в окружении, уменьшает скорость или увеличивает, или находится в засаде. Эти сигналы подавались подъемом и опусканием флага, покачиванием оговоренное число раз, или же подъемом флага с другим рисунком или другого цвета. Позднее числовую сигнальную систему, состоящую из 15 флагов, использовал галерный флот Мальтийского ордена. Флаги и цвета были простые. Зеленый, красный, желтый, сочетание цветов. И, например, зеленый треугольный флаг, поднятый на грот-мачте, означал сигнал к отступлению. Или желтый прямоугольный флаг, поднятый на носу, означал открыть огонь. Самое раннее упоминание о передаче сигнала в британском флоте датируется 1338 годом. В черной книге Адмиралтейства, кстати говоря, на старом французском языке, приводятся инструкции по использованию двух флагов. На случай, если какой-нибудь корабль заметит вражеское судно, обычно красный флаг поднимался, или специальный флаг, флаг совета, обычно это был королевский штандарт, поднимался на грот-мачте для того, чтобы созвать всех капитанов на совет на адмиралтейский корабль. Поэтому, в принципе, слово «флагман» и произошло. То есть флагман – это корабль, на котором все флаги. То есть фактически это была односторонняя связь. Чуть более полной была схема, предложенная в 1366 году Амадеем VI графом Савойским, которого прозвали «зеленым» из-за зеленого плюмажа на шлеме и зеленой попоны лошади на турнире. Его система, ну, если ее так можно назвать, состояла из одного знамени, положение которого при поднятии определяло его значение. Он также предусматривал использование знамени с гербами капитана своего флота, поднимая который он мог вызывать любого капитана или даже нескольких одновременно к своему флагману. Однако в 1515 году французский гидрограф и капитан корабля Антуан де Конфлан разработал систему флагов, которые многие годы использовал с французским флотом. Это был наиболее полный список сигнальных инструкций, который когда-либо был разработан, и он продемонстрировал большое преимущество перед системами других стран. Преимущество, которое французы сохраняли на протяжении примерно 300 столетий. Инструкции Конфлана касались связи между кораблями с использованием флагов, знамен, стрельбы из пушек, использования фонарей в ночное время и даже набора парусов. Следует иметь в виду, что в то время ни один флот не имел флагов, специально предназначенных для сигнальных целей. Но использовали ensign, так называемый вот кормовой флаг, использовали jack, у нас он называется гюйс. Вот Union Jack это вот, подпишитесь на канал. В одном из фильмов я вам расскажу, в одном из видео, что такое Jack, что такое Union Jack, что такое Union Flag, как они появились и почему британский флаг называется Union Jack. Ну вот, маленький спойлер. Когда появилась первая книга, где упоминалось бы про флаговые сигнальные системы? В 1629 году в Германии Йозеф Фуртенбах, он опубликовал свою «Архитектура Навалис». Книжка была посвящена в основном строительству кораблей. Правда, там был раздел, посвященный сигнальным системам. И там упоминалось 12 флагов. 4 из них назывались вексилумы. Это вот прямоугольные флаги. 4 было треугольных флага, так называемые бёджи. И было 4 флага. Флаг это вот прямоугольные полотнища. Подтверждения их использования, к сожалению, нет, поэтому мы можем предполагать, что это было использовано как в качестве проектов. Первый список сигналов у британцев мы можем найти в инструкциях для лучшего управления флотом в бою от 1653 года. Эти инструкции начал разрабатывать в 1634 году капитан Натаниэль Батлер. В них оговаривалось использование флага Union Flag, так называемого, да, который впоследствии стал флагом Union Jack. Об этом я расскажу в одном из следующих видео. Для того, чтобы передавать сообщение флоту, флаг должен был подниматься на какой-то из трех мачт. На Фоке, на Гроте или на Бизане. В зависимости от того, где флаг поднимался, соответственно, читался и сигнал. Так, например, красный флаг, флаг вызова, когда он располагался, поднимался на Грот-мачте, он означал, что вступаю в сражение с врагом.
Если он вывешивался на фок-мачте, означало, что вице-адмирал и эскадра должны повернуть направо. В 1665 году добавился сигнал приступить к преследованию. Это поднятие белого и красного флага на Бизань-мачте. У голландцев была, в принципе, похожая система, даже была общая книжка у них для англичан и для голландцев. Но так как большие флоты воевали между собой, по-моему, аж было 5 англо-голландских войн. На протяжении последующих 100 лет добавлялись различные флаги, различные сигналы вводились. Короче, была такая мешанина, что, в принципе, сигнальные системы каждый адмирал разрабатывал для своей эскадры сам. Вот в Англии так оно и происходило. То есть, фактически, на адмиралов было возложено создание сигнальной системы для эскадры. Но главная заслуга появление той системы, которую сейчас мы называем международным сводом сигналов, принадлежит французам. Это был адмирал де Турвиль. Около 20 лет назад бумаги Турвиля были проданы в Лондоне. И в его коллекции была маленькая сигнальная книжка, датированная 1689 годом, которая показывала очень ясно преимущества, которыми обладали французы по сравнению с другими европейскими морскими державами. В ней было 12 флагов, 3 вымпела, не считая национальных флагов и флагов командования, синего, белого и красного. Были сигналы в ней для отправки, сигналы для получения. Для удобства пользования книжечка была снабжена буквенной индексацией. Сейчас вы на экране эту книжечку видите. Она продается, кстати говоря, можно купить ее в интернете, на eBay есть. Ну, правда, уже новые версии, видать, сканированные. Можно купить. Правда, у системы Турвиля был недостаток. Положение флага, то есть в котором он был поднят, определяло его значение. Так, например, развивающий на гроте синий флаг с белым крестом означал вызов белой эскадры. На фоке он означал вызвать синюю эскадру, а на Бизане вызвать белую и синюю эскадры. Этот недостаток, он никуда не делся. С этим недостатком нужно было что-то делать. Одним из его протеже был отец Поль Хост. Это математик и иезуит. Он был профессором математики в Королевской семинарии иезуитов в Тулоне. И он опубликовал в 1697 году книгу «Искусство войны на море». Там был раздел про сигнальные системы. Это вообще была работа, признана прогрессивным шагом на пути к эффективной визуальной сигнализации на море, и имела большое влияние не только во Франции, но и стала основой, на которой потом базировались британские системы, голландские системы, американские, русские, испанские. Короче, вот все морские нации, они переняли систему, которую, в принципе, разработал Турвиль. Правда, система Хоста имела такой же недостаток, как система Турвиля. То есть флаг менял значение в зависимости от того, на какой мачте он поднимался. Представьте, а если фок-мачту срубали, да, как тогда подать сигнал? Или бизань-мачту обычно во время боя могли просто нафиг ядром срубить. Вот как тогда подавать сигнал? Это ограничение вскоре заметил французский офицер Бертран Франсуа Маэ, граф де Ле Бордоне. Правда, он имел скромное происхождение, о котором сообщают снобизм у коллег, офицеров, и, как следствие, у него влияния на продвижение своей идеи не было. И вот эта идея была забыта, пока вот в 1769 году Бурде де Вилье, еще один товарищ французский, в своей книге «Le Manoeuvre», «Маневры», он не посвятил отдельную главу идеи, взятой у Ле Бордоне. Де Вилье писал: «Сигналы должны быть простыми, ясными и слышимыми. Я не верю, что они вошли в употребление и были изобретены господином де Ле Бордоне. Он использовал флаги, которые легче всего прикрепить к любому месту на корабле. Было решено, что каждый флаг будет обозначать число, а несколько флагов, каждый из которых обозначает определенное число и расположен друг на другом, будут служить цифрами. Отсюда было легко узнать номер каждого сигнала, потому что флаг выделялся цветом». Но Бурдоне был не одинок. За 6 лет до выхода работы Вильё в 1763 году вышла еще одна работа Себастьяна Франсуа Биго, так называемого Виконта де Морога. Он тоже подготовил, опубликовал «Тактику военно-морского флота» или «Трактат об эволюции о знаках». Он преподавал, кстати говоря, вот в военно-морской академии в Бресте. И это была первая установленная система кодированных сигналов с определенным протоколом их использования. В книге было 366 сигналов. Эта книга была опубликована в Англии в 1767 году, но англичане, несколько десятилетий прошло, прежде чем англичане дошли до собственной системы
сигнальных кодов. Но стоит отметить, что официальное признание, система, которую разработали Лабурдоне и Бего, она получила только в 1773 году. И, как ни странно, автором был признан совершенно другой человек. Им стал шевалье Дю Павийон. Правда, Павийон также сослался на то, что он взял свои вот эти вот наработки, взял просто и слезал у адмирала де Трувиля. Британцы сильно отставали от французов в разработке собственных сигнальных кодов. У них только в 1689 году появились сигнальные коды. Вот французы в этом были деле первыми. И флаги были включены в инструкции в 1673 году. Правда, их не обнародовали до 1689 года. Далее выяснилось, что использование сигнальных флагов и любое развитие даже очень простой системы были оставлены на усмотрение соответствующего адмирала. Я уже об этом сказал, что принимали решения о сигнальных системах каждый адмирал по-своему. Это подтверждается фактом, что в адмиралтействе выходили инструкции напечатанные, и там были пустые графы специально для адмиралов, для каждой эскадры, чтобы он мог там сам свои сигнальные коды там написать. Ну, вот так вот в Англии было. Но это положение, наверное, стало причиной того, что основными печатниками сигнальных кодов стали коммерческие предприятия. Так вот, в 1714 году была издана книжка Джонатана Гринвуда про сигнальные системы. В книге все еще сохранялась старая система, согласно которой положение, с которой поднимался определенный флаг, указывало на его значение. Обычно стреляли из пистолета для того, чтобы привлечь внимание визави, чтобы он понял, что сейчас будут поднимать флаг. Через 32 года, в 1746 году, Джон Миллан опубликовал аналогичную книгу, которая продавалась по цене 2 шиллинга в черно-белом варианте и 4 шиллинга в цветном варианте. Да, это 1746 год. Представляем, да, уровень развития. В 1778 году адмирал сэр Чарльз Ноулс, который служил тогда в американских водах, он типа разработал новую систему. Ну, наверное, для британского флота она была новая. Это было сделано по совету маркиза Гастингса, офицера британской армии, служившего тогда в Америке. Гастингс сказал Ноулсу: ну, надо что-то новое, наверное, создать. Ну, Ноулс, видать, знал про французские системы цифровые, и вот он сделал британскую флаговую систему, которая была основана на цифровых кодах. Знал ли он о системе Бурдоне? Я думаю, что знал. Бурдоне, кстати говоря, улучшил систему. Он использовал шахматную доску с перекрестными ссылками на числах в квадратах. Причем такие числа обозначали различные сигнальные флажки. Таким образом, была предоставлена большая свобода в количестве доступных сигналов. И это при использовании сравнительно небольшого количества флагов. Двумя ведущими фигурами в британском флоте, которые фактически продвинули систему кодирования флагового при помощи чисел, были два адмирала. Это адмирал Ричард Кемпенфельд и Ричард Эрл Хоу. Оба этих адмирала использовали числовую систему, как у французов. Так вот, лорд Хоу использовал эту систему в битве за Ла-Манш в 1794 году, так называемая славная 1 июня. И, основываясь на системе Хоу, британское адмиралтейство выпустило в 1799 году книгу с сигналами, где-то порядка 400 сигналов, называлась она «Книга сигналов для военных кораблей». На следующий год она была снабжена словарем, который составил капитан Хоум Рикс Попхэм под названием «Телеграфные сигналы или морской словарь». Он содержал 1000 наиболее употребляемых слов, применяемых на море. В 1803 году Попхэм расширил свой словарь еще на 1000 слов, плюс на 1000 словосочетаний, наиболее часто встречающихся в военной и обычной речи. Менее употребляемые слова приходилось передавать буквы за буквой, используя один флаг для букв от A до G и два флага для остальных букв. Код Попхэма, он был основан на сигнальных кодах адмирала Хоу. Он присваивал цифрам от 0 до 9, до 10 сигнальных флагов, которые использовались в комбинации. Кодовые номера 1-25 обозначали буквы алфавита, и более высокими номерами были присвоены значения в кодовой книге. Кодовые номера обычно поднимались на бизань мачте один за другим, перед которым стоял телеграфный флаг. Сейчас вы увидите на экранчике красно-белый, разделенный по диагонали, чтобы показать, что последующие сигналы будут использовать код Попхэма. Помимо цифровых флагов, в коде использовались повторяющиеся флаги, так что требовалось только один набор цифр. Таким образом, слово «do», закодированное как 220, использовал флаг 2, флаг первого повторения, здесь служащий второй 2 и флаг
0. Конец сообщения будет обозначаться флажком «Конец кода» синий над желтым и зеленым по диагонали. Как многие наверняка из вас знают, код Попхэма использовал адмирал Нельсон в битве при Трафальгаре. Он поднял флаги, которые означали: Англия ожидает, что каждый человек выполнит свой долг. Для этого команда из 4-6 человек подготовила и подняла на борту флагманского корабля HMS Victory эти флаги, и это у них заняло где-то порядка 4 минут. И вот здесь вылезает недостаток системы Попхэма. Даже для того, чтобы двухбуквенное «до» обозначить, нужно поднимать 3 флага. Флаги были числовыми, и способ их представления определял значение. Например, слово «Англия» было представлено поднятием флагом в 2-5-3, а слово «человек» проиллюстрировано сигналом 4. Здесь стоит рассказать о небольшой заминке. Когда Нельсон приказал поднять сигнал, лейтенант Джон Паска, он адмиралу сказал: «Сэр, извините, но у нас тут проблема. У нас слово «confide» нету в сигнальной книге. Можно заменить словом «expect»?» Нельсон говорит: «Ну, черт с ним, если не можешь ничего сделать, меняйте». Дело в том, что «expect» в сигнальной книге было, а «confide» нужно было по буквам. А это вывешивать, это занимало гораздо больше времени и больше флагов занимало. И сигнал был отправлен в 11 часов 45 минут 21 октября 1805 года. На картинке вы сейчас этот сигнал видите, это произведение Уильяма Турнера. И вот сейчас вы на экранчике видите, как полностью выглядел сигнал, который поднимал адмирал Нельсон на своем HMS Victory. Телеграфным флагом, диагонально поделенным надвое на красный и белый, передавали цифры и буквы в соответствии с их с номерами по книге сигналов. Впоследствии систему Попхэма улучшили. Дело в том, что военный флот Royal Navy британский, он часто сопровождал торговые корабли. У торгашей вообще никаких сигналов не было, поэтому с ними вот переговоры всегда вызывали затруднения. Обычно стреляли британские моряки, они впереди торгового корабля стреляли. Типа: «Эй, тормози», тогда было, наверное, понятно. Но вот Фредерик Мариетт, или Мариетт, наверняка многие из вас его знают, он получил известность как автор приключенческих романов, таких как «Мичман Изи», в 1836 году был написан. Вот он в 1817 году составил кодовые сигналы для торговой службы, для того, чтобы общаться можно было с торговыми кораблями. Эта система основывалась на системе Попхэма, содержала 15 флажков и вымпелов, которыми можно было передавать слова, предложения, названия портов, маяков, а также вид груза. Код оказался исключительно удачным, и до смерти Мариетта в 1848 году его система сигналов выдержала 10 изданий с разного рода дополнениями. В середине 19 века возросшее количество сигналов при морских перевозках заставило британскую торговую палату задуматься о создании международной системы сигналов. В 1857 году вышла система кодовых сигналов для торгового флота. В этой системе флаги обозначали все буквы, кроме X, Y и Z, и пятигласных. 18 флагами путем перестановок можно было передать 78 642 сигнала, поднимая от 1 до 4 флагов за один раз. К слову, если X, Y и Z были опущены в связи с их малой используемостью, то гласные не использовались по той причине, что палата торговая рассудила, что этим будет представлена совершенно излишняя возможность передавать слова, ненужные в морской практике. Но вот так они решили. Правда, в 1887 году пересмотрели систему сигналов, потому что вносились коррективы. Понятно было, что неудобно было использовать безгласных букв. Также прошли изменения в 1889 году на международной конференции в Вашингтоне. И новый международный свод сигналов официально вступил в действие во всем мире с 1 января 1901 года. Сначала он использовался одновременно со старой системой, однако с 1 января 1903 года полностью перешли на новую систему. В новой редакции появились новые флаги, увеличилось количество с 18 до 26, добавились гласные буквы A, E, I, O, U и буквы X, Y, Z. Эта система стала основой для международного свода сигналов. Правда, были еще сделаны, внесены изменения после Первой мировой войны. Вносились изменения в 20-е годы, в 27-м году, в 34-м,
1947-м, и последние изменения, по-моему, внесли в 65-м году, в 1965 году. Вот после 1965 года международный свод сигналов выглядит следующим образом. Вы сейчас видите на экране. Когда появилась сигнальная система на русском флоте, ну вот то, что я смог накопать, в 1668 году были введены на флоте общие сигналы для руководства на флоте Его Царского Величества, предусматривающие использование 22 корабельных, 42 галерных флагов и нескольких вымпелов. Каждый флаг и вымпел имел определенное значение, сигнал, передаваемый флагами, сопровождался пушечным выстрелом. На грибных судах, кроме того, предусматривали еще барабаны или тавры для подачи звуковых сигналов. Скорее всего, систему передрали либо у англичан, либо у французов. Первым официальным документом, который свидетельствовал о боевом использовании русским флотом флажных сигналов, был указ Петра I на второй Азовский поход в 1696 году, в котором наряду с другими положениями о порядке плавания были указаны сигналы флагами, выстрелами, барабанным боем и фонарями. В 1710 году были разработаны генеральные сигналы, надзираемые во флоте Его Царского Величества. Эти сигналы впоследствии многократно пересдавались, перерабатывались, но наиболее стройная организация их применения и довольно совершенные правила, которые позволяли осуществлять двустороннюю зрительную связь, были разработаны и включены в свод боевых и общих сигналов в 1869 году. Разрабатывал эти правила, впрочем, как и сам свод, русский адмирал, флотоводец Григорий Иванович Бутаков. В этом же году на кораблях флота были введены должности сигнальщиков. Свод предусматривал использование 29 флагов, из которых 12 сохранили свои значения и расцветку до наших дней. К ним относятся флаги Г, Л, М, Н, О, П, С, С, телеграфный и шлюпочный. Названные правила и сигналы вошли с небольшими изменениями в морские своды сигналов 1914 и 1911 годов. В следующем видео я расскажу более подробно о международном своде сигналов. Какие сигналы туда попали из старых систем, из французской, из британской? Как подаются сигналы при помощи международного свода? Ну, какие-то интересные сигналы вы для себя узнаете. Так что подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Поставьте лайк этому видео, если видео понравилось. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Кто хочет помочь каналу материально, реквизиты вы сейчас видите на экране. Кто хочет подписаться на Boosty, милости прошу, потому что все горячие видео сначала будут идти на Boosty, а потом уже я их буду выкладывать на YouTube позднее. А на этом у меня все. С вами был капитан Врунгель. До новых встреч. Пока. Жил отважный капитан, он объездил много стран. И не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул. Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою напевал он всюду песенку свою.